7 октября в полиции отметили День работников штабных подразделений МВД. В штабе межмуниципального отдела МВД России «Асбестовский» трудятся 7 сотрудниц. С начала текущего года в дежурную часть поступило более 17 700 заявлений. О судьбе каждого из них есть информация в штабе. Ведь он выполняет роль посредника между руководством отдела и всеми подчиненными службами, занимаясь обеспечением контроля принятых решений, разработкой планов, анализом деятельности подразделений. Также в задачи коллектива входит обеспечение информированности о деятельности межмуниципального отдела и взаимодействие с общественным советом при межмуниципальном отделе.